Страны Содружества независимых государств, рынок Содружества независимых государств имеет очень большое значение для Украины. 42% товарооборота приходится на страны Содружества. И самое важное и главное для нас, что на этот рынок мы выходим с продуктами достаточно хорошей добавленной стоимости. То есть это не сырье, а уже продукты, которые имеют добавленную стоимость. Кроме того, нам нужно интегрироваться не только с точки зрения торговли товаров. Вы знаете, что сейчас на финише документ, согласно которому будет подписан договор о расширении зоны свободной торговли и услуг. Ну, если взять факты, то около 20 миллиардов долларов составляет торговля услугами в Украине. И торговля услугами Украины, и из них 7,3 миллиарда долларов приходится на рынок Содружества. Поэтому вы прекрасно понимаете, что мы заинтересованы в углублении этого сотрудничества, в установлении определенных правил поведения. Вот, поэтому мы крайне заинтересованы в расширении и углублении торгово-экономического сотрудничества с СНГ.